Идут даже по выставке, многие, прямо я слышу даже отзывы, говорят, что у нас такого, мы не знали даже, что у нас есть в городе. И у нас на каждой выставке бывает такое, что идут наши качканарцы и смотрят и говорят, а мы даже не знаем, что у нас в Качканаре это или производится, или это продается где-то, ну, или реализуется, или какие-то оказываются услуги.